Здравствуйте, товарищи! Тема сегодняшнего ролика – противоречие развития социализма и контрреволюция в СССР. Дело в том, что вопрос о контрреволюции в СССР сейчас активно обсуждается членами партии. И при этом, надо сказать, что довольно странно, что при этом обсуждении достаточной опоры на диалектику не делается. Вот. А диалектика, как известно, как раз и нужна для того, чтобы разбираться в самых сложных и в самых запутанных вопросах. Потому что, когда решается вопрос, как произошла контрреволюция, речь идет о том, что были какие-то причины, какие-то действия, какие-то тенденции. А эти тенденции из чего вытекают? Они откуда? С неба свалились, только из исторической памяти, неправильного воспитания родителями, из того, что плохо читали какие-то книжки, не усвоили какие-то истины марксистские, как будто вот если их высваивать просто, так сказать, запоминать, то можно все решить. То есть вопрос должен стоять о том, что кроме того, что, конечно, мы должны знать основные положения марксистско-ленинской теории, мы должны еще и диалектически подходить к тем проблемам, которые возникают. Причем возникают, как правило, те проблемы, которых в таком виде, в чистом виде, и не было раньше. Потому что развитие идет, историческое развитие идет. Даже если развитие идет вспять, то, например, от такого подъема до такого спуска еще никогда не было таких событий, и поэтому надо специально этим заниматься. Но как бы мы ни подходили к этому вопросу, надо понимать, что есть некие всеобщие положения, которые связаны с диалектикой вообще развития социализма. А раз диалектика развития социализма, значит, они относятся не к России только, и не к Советскому Союзу. Они применимы к сегодняшней Корейской Народно-Демократической Республике. И вполне можно анализировать вот ситуацию в этой стране, опираясь на изучение противоречия развития социализма. По отношению к Китайской Народной Республике, можно сказать, еще нет. Почему? Потому что там социализм строится, но еще не построен. И поэтому там в рамках государственного сектора, поскольку государство там диктатура пролетариата, там можно говорить, там уже появились эти противоречия, но они еще не приняли всеобъемлющего характера. Поэтому я думаю, что главные там противоречия связаны с борьбой вот этого социалистического сектора, социалистического начала, который планомерно развивается, сейчас выполняется уже 14-й пятилетний план, и частного сектора, который побеждают китайские товарищи экономически, не путем закрытия. Как, собственно говоря, и в Советском Союзе было. Капиталистов побеждали экономически. Вот. Ну, разумеется, экспроприировал значительную часть, но далеко не все. У нас был сектор капиталистический, и когда Ленин говорил об укладах, он его называл. Ну, так вернемся к той проблеме, которая нас волнует. Вот как так могло получиться? На какой основе, какие были факторы, которые могли привести к тому, чтобы в СССР, в стране, которая мало того, что построила социализм, развила его и победила в Великой Отечественной войне, разгромила немецкий фашизм, восстановила народное хозяйство, как могло так получиться, что вот здесь социализм ослаб и движение покатилось назад. Ну, я думаю, что даже из того, что я сказал, что вот это делали, это делали, в таких битвах участвовали, тех разбили, этих разбили. Но при этом, наверное, мы не забудем, что мы потеряли при этом 3 численности партии из числа коммунистов. Мы потеряли 9 миллионов военнослужащих и в целом 28 миллионов граждан. Мы получили разоренные города и селы. Народ в значительной степени надорвался. Можно от него требовать, чтобы он все время был в авангарде. Хотя, вы знаете, даже в войне, в борьбе, и то некоторые, значит, полки или части, или соединения выводят из боя, чтобы они передохнули, иначе они уже не выдержат. То есть надо сказать, что история возложила такую тяжелую ношу на плечи рабочего класса Советского Союза, что, конечно, сказать, эту ношу трудно было удерживать. А помощи особенно мы не видели, потому что всем остальным так, странам помогайте, помогайте, помогайте. А сказать, что нам какая-то была особенная помощь со стороны других стран, или, скажем, пролетариата других стран, как было в 1917 году, не скажешь.
не скажешь, потому что некоторые страны, так сказать, вместе со всем своим населением сдались, как во Франции. Ну, потом элементы сопротивления развились, значит, товарищи приехали сюда, участвовали в борьбе. Но это больше были частные случаи, а не какая-то мощная, развернутая борьба государства против фашизма. Итак, что мы знаем про противоречие развития социализма? Мы знаем, что социализм развивается диалектически, а раз диалектически, через противоречие. И если мы только вот рассуждаем, как строители построили, значит, первую фазу коммунизма, начинаем строить вторую фазу коммунизма, мы рассуждаем, как строители. Но это все-таки развитие противоречивое, и думать, что это вот строительным образом делается, это неверно. Почему? Потому что всякое развитие совершается как борьба противоположностей. Я думаю, что я такой никакой новости не сообщил нашим товарищам, членам партии. Все проходили или проходят занятия в Красном университете, и все знают, что такого развития, которого бы не было единством и борьбой противоположностей на свете, не бывает. Что это такое движение низшего к высшему, простого к сложному, которое совершается через борьбу противоположности. Поэтому, если вы видите одну сторону противоположности, или мы видим только одну сторону противоположности, и не видим второй стороны, мы не видим все время, кто нам мешает. И нам мерещится, что это какие-то злые силы, что это такое, что-то необыкновенное, с чем надо особенно бороться. Как будто бы нету такого общего положения, что если есть борьба противоположности, то есть борьба нового, передового со старым, отстающим, отсталым. И поэтому эта борьба – это норма. Это не чрезвычайщина. Это не то, что вот надо нам вступить в борьбу, потому что с нами борются. Да не потому, что с нами борются. Не может быть, чтобы с нами не боролись. Не может быть так, чтобы не боролись против социализма. Когда? После того, как построен социализм. Я сейчас не говорю о переходном периоде. Мы оставим его в покое. Там построили социализм. Но есть противоречия самого социализма. И эти противоречия, к сожалению, для партии, для ее руководства, к началу или к концу восстановления народного хозяйства были еще не изданы. Если вы возьмете литературу того времени о противоречиях, в общем-то, таких работ, которые специально это изучали, и нет. Поэтому изучение этого вопроса по существу началось тогда, когда эти противоречия себя проявили и даже разрушили социализм. Как всегда бывает, в силу отставания сознания от бытия, и вот теперь нам стало ясно, как надо было действовать для того, чтобы мы не потерпели поражение. Вот. Но, с другой стороны, что касается Рабочей партии России, и что касается тех членов рабочего класса и его союзников, которые ведут борьбу за возрождение социализма в России и в СССР, ну, они должны, так сказать, это усвоить, и уроки из этого извлечь. И в этом отношении быть вооружены, и в том плане и теоретически. Какое главное противоречие является противоречием социализму? Вот тут я хочу обратиться к памяти всех тех, кто этот вопрос изучал. Все скажут, что, социализм – это низшая или первая фаза или ступень коммунизма. То есть это коммунизм в его низшей, первой фазе. А раз это коммунизм в низшей фазе, что определяет его нахождение в этой фазе? Родимые пятна капитализма во всем, во всех отношениях. В экономическом, и нам мы должны их найти, нравственном, их они хорошо оделают, и умственном, дураков много, или полудурков. И это мы тоже видим там среди блогеров, среди тех, кто выступает с каких-то диких позиций, которые ни в какой теории не существует, и даже не знаешь, с какой стороны к ним подобраться. Это все равно, что когда у вас есть в комнате мусор, хочется взять веник и вымести. Потому что, ну, какие могут быть обсуждения с какой-нибудь грязью? Так вот, вот противоречие. Ну, это все, можно сказать, уже усвоили. Но если это противоречие, значит, в нем имеется две противоположные тенденции, давайте их сформулируем. Одна – это тенденция к развитию социализма в коммунизм. То есть развитие незрелого коммунизма, зрелый, неспелого, спелый, неразвитого, развитый. Вот это люди некоторые тоже усвоили. Усвоили, и вот те люди, которые это усвоили, а противоположного движения не видят, это люди слепые на один глаз. То есть они знают
что идет хорошего, как оно развивается, а как назревает отрицательное явление, они этого не видят. Причем, где эти тенденции? Я знаю, что на небе, на земле, они только в экономике или везде. Они везде, но они в чем, собственно, выражаются? Они выражаются в действиях членов социалистического общества. И люди все противоречивы. Вы видели такого человека без недостатков? Я хотел, вот так сказать, специально оделся, думаю, вот сяду так красиво, и буду думать, что я без недостатков. Но это, вы же не поверите, что у меня нет недостатков. Потому что таких людей просто нет. А что такое недостаток? Не это отрицание. То есть есть такие качества, которые являются отрицательными. Если эти качества никогда не проявляются, то это нет таких качеств, это просто поклёп. То есть это, если это отрицательные качества, недостатки, то они обязательно проявляются. В чем они проявляются? В разговорах. Ну, в разговорах тоже, но прежде всего в действиях людей. В действиях людей. Сами действия противоречивы. Здесь он сделал хорошо, сделал нехорошо. И диктатура пролетариата, она в условиях социализма решает задачу отсечь, так сказать, вот, подавить негативные действия трудящихся, но не подавлять самих трудящихся. А для тех людей, для которых негативные по отношению к социализму действия являются главным и определяющим, тогда их диктатуру пролетариата подавляет как членов общества и отправляет в места не столь отдаленные. Потому что они тогда уже враги трудящихся, враги социализма. И, соответственно, разговор с ними короткий. А что касается основной массы трудящихся, ну, найдете хоть одного человека без негативных каких-то моментов. Не найдете. Значит, где-то проявляется. А где-то проявляется, значит, вот там, где проявляется, там надо и подавлять. В этом функция диктатуры пролетариата. Ну, а что касается там партии, общественных организаций, их функция не подавлять, а звать вперед. И звать, и пробуждать в человеке светлое, доброе, хорошее, прогрессивное, а не реакционное. А на реакционное указывать, потому что, скажем, эти организации никакой силы подавления не имеют и не должны иметь. Если есть партия, она должна это делать. Но максимум, что может делать, если это она убеждает, то человек не убеждается. А вопрос серьезный. Тогда она может освободиться от этого члена, потому что пусть он будет другом партии. Или союзником, или соратником, или помощником и так далее. Потому что иначе не освобождая, не очищаясь, партия не сможет существовать. И Ленин говорил, что очищаясь, партия укрепляет себя. Поэтому вопрос, скажем, о чистках партии или об освобождении партии от тех, кто разделяет ее коренные положения, это вопрос, ну, можно сказать, рядовой для тех, кто немножко изучал теорию партии, партийного строительства, кто читал Ленина. Ленин так говорил, что вот мы эту чистку сейчас проводим. Значит, одни говорят, что надо 100 тысяч вычистить, другие 200, и вторые мне больше нравятся. Поэтому, когда у нас пошла огромная партия, пошла при Брежневе, принимали интеллигентов, рвущихся в партию из карьерных соображений, а потом добавляли всякими рабочими, которые совершенно не являются носителями пролетарской идеологии и психологии. И получалось, что в числе принимаемых 59% рабочих, а в партии только треть рабочих к этому времени была. Вот такая картина. То есть, что важно понимать, что это не противоречия, которые у нас в головах. Противоречия в головах они тоже есть, потому что человек, когда действует, он руководствуется какими-то соображениями. Но они, прежде всего, противоречия в действиях. В действиях существует противоположный социализм. При социализме кто их совершает? Социалистические трудящиеся. Если это такой социалистический трудящийся, который главным образом этим занимается, тогда он противник социализма, его подавляет. А если он, так сказать, иногда в том или ином месте, в то или иное время оступился, сделал не то, ну и вот так или иначе журят, а если надо, наказывают, ну не сильно. И на этом все, собственно, завершается. И очень часто люди, совершающие проступки, неверные какие-то действия, они являются прекрасными членами социалистического общества и очень много делают для его развития. Значит, это вот противоречие. Противоречие между коммунистической природой социализма и его отрицанием, связанным с выхождением из капитализма, является всеобщим. Оно проявляется в чем? Во всем. У кого? У всех. В какой-то мере в одних больше, в других меньше. Поэтому это трудная задача, так сказать, пытаться в себе затвердить, утвердить
превратить в привычку именно коммунистические нормы. Потому что живем-то мы в том коммунистическом обществе, где есть родимые пятна капитализма. И почему не нахвататься этих родимых? Что у нас мало этих самых пьющих? У нас вон сколько, вот, какая мощная промышленность в изготовлении напитков, которые, так сказать, лишают человека разума. Разве у нас люди не знают, что курить вредно? Да картинки даже специальные рисуют, для красивые такие, для продажи. Даже хочется купить, потому что там подходишь в астроном. Мы все идем как рядовые, а курящие, они там достают из особых закормов какие-то красивые такие коробочки. Правда, на них написано там изуродованная грудная клетка, и в ней нарушено это совершенно легкое. Но это все реклама, на самом деле. То есть борьбы никакой за то, чтобы люди освобождались от вредных привычек, не ведется. Это теперь индустрии закрыты, прежние предприятия по производству папирос, там, сигареты и так далее. Открытые иностранные предприятия. И это из наших трудящихся выкачивают деньги с помощью этого самого папиросно-сигаретного бизнеса. Ну вот, это нужно усвоить, потому что если кто этого не разделяет, он уже не может понять правильно, что происходит при социализме. Но если вот мы только на этом останемся, это в таком общем виде, этого недостаточно, надо двинуться дальше. В чем это в экономике проявляется? В экономике проявляется, что раз производство коммунистическое, значит оно непосредственно общественное. А раз оно с родимыми пятнами, то как, что является отрицанием непосредственно общественного производства? Товарность. Я еще раз повторяю, товарность, а не товарное производство. Если это было товарное производство, это два уклада. Товарный уклад и непосредственно общественный уклад. Нет. Вот если вы возьмете то производство, в котором товарное производство изжито, а товарность остается как момент самого социалистического производства. Вроде бы оно делается для людей, но иногда делается так, чтобы денег больше получить. Разве такого мы не знаем? При социализме таких явлений не было? Было. А и что, разве не это развилось потом в то, что вообще повернули на то, чтобы сделать вообще рынок и на товарное производство перейти? Поэтому это чудесно не бывает. То есть это содержалось в одной из сторон противоречия объективного в экономике между непосредственно общественным характером производства и товарностью, как моментом отрицательным этого производства. Если вы сейчас будете опрашивать людей, так большинство людей, живущих в России, скажут вам, что производство в СССР было товарным. То есть это сидит в головах, не говоря уже там о каких-то теоретиках или певцах рыночного социализма, их очень много было. Предателей, которые сознательно или бессознательно, они знали, что из товаров рождается капитал, поэтому не надо говорить о капитализме, не надо призывать капитализм, надо развернуть товарное производство. И когда все будет повернуто на производство товаров, капитализм придет сам. Почему? Потому что товарное производство ежеминутно, ежесекундно рождает капитализм. Потому что из стоимости потом вырастает прибавочная стоимость, появляются носители этой прибавочной стоимости, те, кто ее присваивает, капиталисты, и тогда налаживается капитализм. То есть посади желудь, так вырастет дуб, а капуста не вырастет. Поэтому если есть товарность, вырастет и товарное производство. А из товарного производства вырастет капитализм. Никаких удивлений тут не может быть. Ну а какая стратегия борьбы вот с этим? Что душить товарное производство? Мы его и раньше не душили. Мы с ним конкурировали. И конкурировало успешно социалистическое производство в переходный период. И это выиграло. То есть надо развивать социалистическое общественное производство. И каждый шаг в развитии непосредственно общественного производства – это шаг к подавлению, ослаблению товарности. Тут не надо специально этим заниматься. Другое дело, что если в теории такие вещи появляются, или предложения такие, превратить непосредственное общественное производство или его часть в товарное, то они должны получать отпор, в том числе и с помощью государства, которое охраняет тот экономический строй, который сложился. Ну, хорошо сказать, значит, непосредственно общественное производство. Это производство в общественных интересах. А общественные интересы – это что? У каждого свои интересы. Что считать общественное? Какое-нибудь среднее? Знаете, когда среднее бывает такое, которое никакое. Потому что у вас одно, у меня другое. А возьмем среднее, оно без головы, без рук, без ног.
На самом деле, непосредственно общественные интересы – это интересы самые передовые. У кого самые передовые интересы? Я думаю, секрета не будет для наших товарищей, что передовые интересы у самого передового класса. И то не все. Потому что у каждого рабочего еще есть такие интересы, которые связаны с тем, чтобы побольше получить и поменьше дать обществу. Поэтому, если вы скажете, что у нас святые рабочие, что они только и думают, как построить социализм, я думаю, это совершенно бредовая идея, и не надо на это настраиваться. Важно правильно это противоречие разрешать. Каких будет приоритет интересов? Общественных или каких-то частных, сиюминутных? Кто такие оппортунисты? Вот у Ленина интересное определение оппортуниста. Оппортунист, как он говорит, напрасно считает у нас это слово просто бранью. Оппортунист не изменяет партии, не отходит от нее. Он искренне, усердно продолжает служить ей. Но его характерная черта – податливость настроению минуты, неспособность противостоять моде, беспринципность и бесхарактерность, принесение коренных интересов движения в жертву побочным и сиюминутным. Ну и что у нас? Нет оппортунистов? У нас их полно. И они не отходят, как он говорит, и от партии не отходят. Ну, вот думает о каких-то сиюминутных интересах. Вот это меня Иванов, я мой друг. А подружились мы с ним не по принципиальному партийному вопросу, а по более частному. Вот. А поэтому мы заодно будем выступать и против какого-то принципиального вопроса. Ну, поскольку это друзья. А это уже получается не друзья, а дружки. И членство в партии превращается, значит, в кружковщину. Вот. Так что об этом тоже надо думать. Итак. Так что же такое общественный интерес? Это интересы рабочего класса. А у нас еще есть колхозное крестьянство при социализме, а еще есть интеллигенция. Они все имеют интересы, не противоположные интересам рабочего класса, но они в меньшей степени заинтересованы или менее последовательны в построении полного коммунизма, в полном уничтожении класса. Поэтому диктатуру пролетариата нужно укреплять. И использовать ее для того, чтобы это противоречие разрешалось. По какой линии? По той линии, которая связана с третьим противоречием. Вот второе противоречие было между непосредственно общественной природой, социализмом и товарностью. А третье противоречие, и самое, можно сказать, глубокое и глубинное, это противоречие между бесклассовой природой коммунизма и еще непреодоленным делением, не полностью преодоленным делением общества на классы. То есть это общество бесклассовое. И вот если вы возьмете работу Ленина «Великий почин», там говорится, что социализм есть уничтожение классов. Что значит уничтожение классов? Если я написал «социализм классовое общество», так это социализм – это вот сохранение классов. А если социализм есть уничтожение классов, то классы тут указаны, что они есть при социализме. Иначе чего вы будете уничтожать? Но этот сам социализм должен дело вести к уничтожению классов. Уничтожение деления на людей – физического людей, умственного труда, на деление на город и деревню, когда, так сказать, в город все хорошее, так сказать, забирают, а деревню оставляют похуже, поскольку там начальство более мелко сидит и так далее. Вот это противоречие самое глубокое, и с ним связано и самое серьезное, можно сказать, и главное противоречие. Это противоречие между, как я сказал, бесклассовой природой коммунизма и еще непреодоленным делением общества на класс, оно разрешается благодаря осуществлению диктатуры пролетариата, диктатуры рабочего класса. Вот это что значит? Это значит, если нет этой диктатуры, все идет назад. Все расползается. Это противоречие идет к классообразованию возвратному. Товарность начинает раздуваться, непосредственно общественный характер производства ослабляться, коммунистическая природа социализма тоже слабеет, а отпечатки, ну, вроде они были отпечатками, они начинают цвести и тоже развиваться. Поэтому вопрос о диктатуре пролетариата – это вообще центральный и главный вопрос, и основной вопрос всего марксистского учения, в том числе и в вопросе о социализме. Некоторые, так сказать, думают, что это пустячок. Подумаешь, на съезде проголосовали против диктатуры пролетариата. Те, кто проголосовали на съезде 22-м против диктатуры пролетариата, враги социализма, враги трудящихся. Те, кто защищает их голосование, говорят, да что такого, с кем не бывает, ну, поднял руку. И это помощники врагов социализма, пособники этим врагам. Вот это надо иметь в виду. И никакой другой оценки тут быть не может. Потому что все эти люди, ну, теперь-то они узрели,
что произошло с Советским Союзом, что произошло с Россией, что произошло с трудящимися, когда отказались на съезде 22-м от диктатуры пролетариата. Далее, как это противоречие осуществляется? Диктатура и пролетариат. А диктатура пролетариата как осуществляется? Через партию, прежде всего. Поэтому нужна руководящая роль коммунистической партии. А партия какой должна быть? Партия должна быть коммунистической. А что значит коммунистическая? Значит, она должна быть свободна от буржуазных всяких проявлений, от ревизионизма, прежде всего. Потому что ревизионизм – это течение внутри марксизма, противоположное марксизму. То есть на вид оно все красное. Все красное. Все красное, флаги, значит, плакаты, буклеты, значки. Все хорошо. А внутри оно может быть совсем другим. Поэтому, значит, вопрос о том, чтобы партия освобождалась от ревизионизма, то есть от того, что внутри партии на самом деле ревизует ее самую природу, ее теорию, ревизует в духе капиталистическом буржуазном. Это главный вопрос, без которого движение не может быть ни партии вперед, ни рабочего класса, ни, следовательно, вообще социализма. Поэтому вопрос о ревизионизме и борьбе с ним – это ключевой вопрос для тех, кто хочет, чтобы социализм развивался или приближался. Но если он не хочет, не будет освобождаться от ревизионизма раз, и от оппортунизма два. То есть у него все дружки, товарищи, которые что-то делают, что-то помогают, в чем-то участвуют, но они заботятся об интересах побочных и сиюминутных. А встал вопрос о борьбе с ревизионизмом, они ушли в кусты или поддерживают тех людей, которые впали в ревизионизм. Тут надо тоже в этом отношении, так сказать, быть четкими и руководствоваться ленинскими нормами партийной жизни, а не тем, что взбредет на ум. Мало ли что мне взбредет на ум. Мы сейчас говорим не о том, что мне взбредет, а о том, что разработано и за каждым положением, о котором я говорю, стоит марксистско-ленинская теория, что легко проверить. Открываете и убеждаетесь. Следующее противоречие. Раз рабочий класс должен руководить, во главе со своей партией руководить движением общества, он должен весь единый народно-хозяйственный комплекс планомерно направлять в общественных интересах, в интересах рабочего класса. Поэтому, значит, следующее противоречие связано с планомерностью. Ну а планомерность с чем еще связана? А планомерность связана со стихийностью, потому что как бы вы ни планировали, все не запланируете. Как бы вы ни планировали, и как бы вы там здорово не запланировали, а всегда будут люди заинтересованные в том, не только в том, чтобы выполнить план, а еще и в том, чтобы вот по плану сделать поменьше, а, так сказать, что-то такое сделать, что, так сказать, этому плану противоречит. Почему? Потому что кроме коренных интересов рабочего класса, у рабочих есть, а не только представителей других классов, иногда так изображают дело, что рабочие прямо как святые, у них все хорошо, а вот у интеллигенции, там у крестьянства есть всякие другие интересы, и у рабочих есть тоже другие. Есть коренные, есть побочные интересы. А побочные интересы куда зовут? Ну, взять себе побольше и дать обществу поменьше. Поменьше поработать, побольше получить. Что, нет такого? Поэтому вот это противоречие между коренными и общественными интересами, оно рождает оппортунизм. Когда человек, он и в партии может быть, он все за, он за коммунизм и так далее, но он, как только вот появляется возможность свои интересы удовлетворить за счет общественных, он это делает. Разные, в том числе, скажем, покрасоваться, выглядеть хорошо и так далее. Разные интересы, а не сделать хорошо, и не подумать как следует, не посчитать, не разобраться, не послушать, что товарищи говорят, а, так сказать, раз они против меня говорят, значит, я буду против них говорить. Это же, мы наблюдаем такое вот в том, как проходят дискуссии у нас в Рабочей партии России. Если ты не про, ах, ты против меня сказал, значит, и ты плохой. А тогда ты еще хуже, а ты еще хуже. И получается склока. Вот одно из свойств людей, опытных в политике, в том, что в склоку не вступать. Я всегда предлагаю, хотите, назовите меня хоть крокодилом, хоть бегемотом, хоть обормотом. Ну, я подумаю, скажу, ну, вам виднее, и все на этом. Потому что меня хотят увести вот от принципиального вопроса, который мы сейчас обсуждаем, вопроса о противоречиях развития социализма на обсуждение вопроса, бегемот я или нет. Я думаю, что вполне возможно. Даже интересно, когда какой-нибудь бегемот выступает и записывает ролики. Что тут плохого? Ничего тут такого оскорбительного я не вижу. Потом вам же виднее, вы же со стороны смотрите. А я вот, так сказать, только так, если в зеркало посмотрю. Не буду же я все время в зеркало стоять. Может, как только я отвернусь, я превращаюсь в бегемот. Короче говоря,
не надо быть с малыми детьми в политике. Вас сознательно уводят или отводят от существа дела. Обсуждается один какой-то коренной вопрос, а вас перекидывают на обсуждение других, где, может быть, вы и не правы. Ну, есть такие пункты и вопросы, в которых, ну, я не прав, вы не правы. Таких людей и вопросов очень много. Не надо перепутывать главный вопрос, который обсуждается, с другими. И не надо делать все сразу. Как разрешается это противоречие между планомерным характером социалистического воспроизводства и стихийного через или с помощью системы государственного планового централизованного управления? Государственного планового централизованного управления, в которое включает и такие методы, как социалистическое соревнование, материальное поощрение и так далее. Но вы стихийность можете преодолеть полностью? Никогда вы ее не преодолеете. Ни сейчас при социализме, ни при полном коммунизме. Поэтому надо понимать, что с этим противоречием нам придется иметь дело долго, то есть всегда. И вот для того, чтобы управлять, создается система управления. И как бы вы ни, там, ни старались привлекать к управлению рабочих, прежде всего система управления – это постоянно работающие в качестве управленцев люди, то есть интеллигенты. Со всеми качествами интеллигентов, они очень хорошими, что они много знают, много умеют, и в то же время они менее заинтересованы в решении задач приближения коммунизма, чем рабочий класс и крестьянство. В чем это проявляется? В карьеризме. Это когда вы ко мне пришли решить какой-то вопрос, а я вам помочь не могу, потому что левой рукой я держусь за вот этот стул, а правой рукой я держусь за уже стул повыше. Вы пришли, видите, я занят, видите, я ничего не могу вам помочь. Или бюрократизме, когда я не собираюсь никуда идти, мне здесь хорошо. Я деньги получаю и нахожу способы, как улучшить свое положение. Я обеими руками держусь за кресло. Вы ко мне приходите, ну, посмотрите, видите, я занят. Обе руки заняты. Я бы с удовольствием вам помог, но ничем не могу помочь. И вот вы ходите, а они решают свои задачи. Они все ходят. То есть государственный аппарат в себе содержит тоже противоречия. Какие? Аппарат – это социалистического государства. Это аппарат диктатуры пролетариата. Так можно написать прямо все вывески везде. Это и чиновники государства, диктатуры пролетариата. И чем они характеризуются? Тем, что они в целом работают в интересах, это я не беру разложившихся чиновников. Там есть спившиеся, жулики, казнокрады. Это уже не чиновники, это преступники. А вот берем чиновников. У него есть, он действует в интересах рабочего класса. Он укрепляет, осуществляет диктатуру рабочего класса. Вы без него, без этих чиновников не проживете. Без управления невозможно осуществлять социалистическое общество. Но при этом он старается, значит, сделать, может быть, для общества поменьше и похуже, а сам, так сказать, решает какие-то другие задачи. Как извлечь из этого места какую-то себе выгоду? И тогда мы получаем местничество, ведомость, карьеризм, бюрократизм. А это все мелкобуржуазность в сфере управления. Троцкий, как человек незнакомый с диалектикой, или только знакомый с ней, как говорится, не изучавший, он всегда говорил, вот тут есть бюрократизм, бюрократы. Ленин никогда так не говорил. Надо, говорит, бороться с бюрократизмом, потому что бюрократизм может проявиться у любого хорошего управленца. Бюрократизм, как его отрицательная сторона. Вот у вас есть недостатки, но вы же не чиновник. Если бы вы были чиновником, это было бы, проявилось бы в том, что вы бы, может быть, впали в бюрократизм, а может, карьеризм. Но про вас не буду, я про себя буду говорить. Короче говоря, разве можно какую-то сферу социалистического общества рассматривать освобожденное от тех противоречий, которые есть при социализме? Нельзя. Ну и как она решается, эта проблема? Да вот мы чистим кадры, мы их подбираем лучше, мы делаем нормы, мы их учим. Но это все равно, что вы думаете, что вы вымоете какую-то посудину и в той воде, которая один раз туда налита. Вам нужно, чтобы этот самый чиновничья рать, она была постоянным контролем трудящихся, чтобы новые силы туда приходили, а люди, поработавшие, лучше уходили, потому что тут не надо долго находиться, чтобы было всеобщее участие в управлении, чтобы постоянно как кадры черпались из числа рабочих крестьян и интеллигентов и попадали в государственный аппарат для, говорит, работы. Они недовольны были деятельностью, вот поработайте, а прошло 5-10 лет, может быть, пора уже подумать, как заменить их на других. Поэтому еще было очень важное положение, в
программе партии, которую написал Ленин, и которая была принята на 8-м съезде в 19-м году, что переход к 6-часовому рабочему дню для всех трудящихся с обязательством уделять 2 часа в день, 2 часа в день, то есть еще, то есть 8 часов остается, но 6 часов вы трудитесь материально, а так дальше 2 часа для участия в управлении, вот, и для, так сказать, обучения военному профессиональному искусству. Если будете участвовать необученные, вас обманут, понятное дело. И это предполагалось как постоянное обучение. Это естественно, что хрущевская ревизионистская группа выбросила это положение из программы. Она выбросила это положение, она выбросила диктатуру пролетариата, она даже выбросила цель социализма. А цель социализма записана была в программе ленинской как обеспечение благосостояния и всестороннего развития всех членов общества. Ну как можно против этого выступать? А вот так. Записали удовлетворение потребностей. Если у тебя потребность есть пить и курить, иди пей и кури. А у меня есть потребность книжки читать, я книжки пойду читать и так далее. То есть это вот цель, так называемая, которая вписана в программу Хрущевым и его группой, она ничего общего с социализмом, коммунизмом не имеет. Как говорится, и у собаки есть потребности, и у кошки есть потребности, и у слона. Что такого-то вы нашли? А вот цель такую ставить, как всеобщее участие в управлении, так, никто это не может, другой. Поэтому, что мы имели на 22-м съезде? На 22-м съезде, значит, мы имели следующее. Та партия, которая, без которой противоречие невозможно разрешить в сторону коммунизма. Невозможно. Почему? Потому что партия, конечно, следит за тем, чтобы коммунистическое перевешивало отрицание коммунистического, чтобы товарность уходила, а непосредственно общественное производство развивалось, чтобы интересы рабочего класса осуществлялись, и неравенство сокращалось социальное, чтобы близилось время, когда будут исчезать классы, исчезнут, чтобы планомерность укреплялась, а стихийность уменьшалась, чтобы карьеризм и бюрократизм, ведомственность и местничество в государственном аппарате находились под постоянным контролем сверху со стороны партии и снизу, в том числе и со стороны партии. Внизу же есть тоже люди рабочие, которые являются членами партии, они придут и разберутся, чем там занимаются. Короче говоря, получилось так, что именно эта партия, без которой развиваться и разрешать противоречия социализма по линии перерастания социализма куда-то нельзя, она переродилась. Переродилась, потому что, значит, группа Хрущева, так сказать, выбросила из нее самые главные звенья. Она уничтожила сторонников Сталина. Значит, одного просто застрелили, Берия, а Маленкова, а Молотова, Маленкова и Кагановича отправили на нижнюю работу хозяйственную, убрали его их от руководства. То есть сторонников Сталина убрали, Сталина обвинили во всех смертных грехах, и антисталинизм, как мы теперь с вами знаем, и это закреплено в решениях научных конференций, это современная форма антикоммунизма. Пришли к власти антикоммунисты в лице группы Хрущева, подобрали соответствующий состав съезда, а для того, чтобы его подобрать, нужно было провести большую работу. Поэтому, когда уничтожали машино-тракторные станции в 1957 году, систему машино-тракторных станций, естественно, кадры оттуда изъяты были соответствующие. Будем считать просталинские, вполне коммунистические. Вот, их уже никуда и не выдвигали. Потом такая была акция, как разделение партийных организаций на сельские и промышленные. Ну, куда отправить сталинские кадры? В сельские, подальше от центров, а вот из промышленных набрать туда хрущевских, и этих хрущевских направить на съезд. Съезд-то за все голосовал единогласно. Съезд все это провел единогласно. Поэтому это съезд предателей, это съезд изменников. И хотя это нам всем неприятно и больно, но я думаю, это не новость. В политике мы знаем, что все партии второго интернационала, за исключением большевиков, все изменили рабочему классу и из социалистических превратились с тем же названием в буржуазные партии. Один Карл Либкнехт проголосовал против военных кредитов. Так что измен было очень много в партиях рабочего класса. Почти во всех. Только большевики не изменили. А тут вот, когда ослаб большевизм, вот тогда
и тут произошла измена. И чтобы этой измены не было, самое главное, надо понимать, что на будущее, чтобы мы видели все противоречия, которые здесь есть, и не рисовали себе картину так, что все тихо, спокойно, никто против партии них не борется, внутри партии никакой борьбы нет. Будет все время борьба и внутри партии, и вовне. И вообще, диктатура пролетариата – это что? Это, как писал Ленин, это упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, педагогическая и администраторская, военная и хозяйственная, против сил и традиций старого общества. А силы и традиции старого общества где? А везде. При социализме везде есть силы и традиции старого общества. Потому что это общество, такой коммунизм, у которого есть родимые пятна. Поэтому убрать диктатуру пролетариата, это значит полностью разоружить партию, класс. И это значит убрать ту силу, которая позволяет разрешать противоречия, которые есть при социализме, в сторону развития. Поэтому можно смотреть так, что до 1961 года развитие шло все время вперед и вверх. То есть родимые пятна коммунизма, капитализма, они сужались, коммунистические начала коммунизма вырастали. Вот. А и шла успешная борьба с преодолением этих самых родимых пятен капитализма. Начиная с 22-го съезда, все пошло наоборот. Пошло наоборот, но, как вы понимаете, сразу не разрушишь такие, то, что построено при социализме. Еще долго оставались социализм и все, что было сделано при социализме. В какой-то мере и сейчас иногда мы видим. Вот я думаю, что если бы вот у нас раньше не было социализма, у нас бы в ковид было больше жертв. Все-таки у нас даже и сейчас еще какие-то есть последствия того, что был социализм. Это у нас получше, чем в некоторых других странах, изначально капиталистических. Короче говоря, вот произошел перелом. И вот точка этого перелома, это и есть точка, когда началось движение вспять. Вот если началось движение вспять, то, как вы понимаете, это означает, что то, что произошло на 22-м съезде, это переход в противоположность. Если диктатура пролетариата переходит в противоположность, это что? Что-то начинает тут винтить, разговаривать. Ну что является противоположностью диктатуры пролетариата? Диктатура помещиков? Диктатура рабовладельцев? Или диктатура буржуазии? То есть буржуазная диктатура, она и сначала по сущности меняется. По сущности. А что значит меняется по сущности? То есть те люди, которых всегда останавливала диктатура пролетариата, тормозила их буржуазные устремления, поддерживал их коммунистические действия. Это же самое государство. Теперь поддерживает буржуазные устремления и тормозит коммунистические действия. То есть партия из партии пролетарской рабочей, партии рабочего класса стала партией на 22-м съезде. Партией буржуазной. Ну скажите, пожалуйста, если буржуазная партия является правящей, каков классовый характер государства? Ну, я думаю, ребенок просто, любой ребенок скажет, что если партия, если он слышал про соотношение партии и государства в социалистическом, понимает, что если партия изменилась на противоположную и стала буржуазной, то, соответственно, и государство стало буржуазным. И оно постепенно все будет приводить, постепенно, потому что сразу не разломаешь социализм, постепенно все больше и больше присвоения прибавочного труда людьми, которые его не создают, и все больше и больше капиталистических каких-то приемов и методов, все больше и больше капиталистических и буржуазных решений. А уж после реформы 1965 года, буквально после 4 года после 22-го съезда, началось фронтальное движение назад в сторону товарного хозяйства, разрушение всего в экономике, что было нацелено на социализм, к уничтожению планирования, комитета цен, госплана. Все было уничтожено, что было создано, построено для планомерного ведения хозяйства, и чистым стало поле экономическое, которое было приготовлено для взращивания капитализма. К 1991 году буржуазное государство уничтожило социализм в Советском Союзе и все его плоды. Следовательно, значит, что произошло? Сначала
произошла ревизия на 22-м съезде, ревизия марксизма в программе. Это вот то, что изменение программы, это ревизия. А вот ревизия в интересах враждебных коммунизму называется ревизионизмом. Если вы что-то изменили в пользу коммунизма, это не ревизия. Не ревизионизм. А ревизионизм – это течение внутри марксизма, противоположное марксизму. Значит, ревизионизм. Ревизионистские партии – это партии, которые осуществляют диктатуру буржуазии. Как только партия стала буржуазной, тут же буржуазной стало и государство. Поэтому государство у нас – диктатура буржуазии. Новое государство, диктатура буржуазии с 1961 года, а формы свои окончательно оно приняло уже тогда, когда закончился переходный период от социализма к капитализму. С 1961 по 1991 год шел переходный период от социализма к капитализму. Он завершился, и вы увидели, что под всякими перестройками, новыми явлениями и так далее – все проступили, все старые явления, причем половина экономики была разрушена в одной России. Советский Союз уничтожен. И люди доверчивые, которые слушали сказки про перестройку, про улучшение социализма, про обновление социализма, а которые в корень не смотрели, поэтому эти люди и сейчас остаются, в том числе и в Рабочей партии России, которая рассказывает, что те люди, которые изображают диктатуру пролетариата как такое государство, которое уничтожает все завоевания социализма и само себя. И это что, это диктатура пролетариата? Ну, это, с одной стороны, клевета на диктатуру пролетариата, с другой стороны, это незнание того, что такое диктатура пролетариата. И это позор для тех, кто с этим выступает. Поэтому идеологическая комиссия Рабочей партии России совершенно не случайно и определенно признала эти положения несовместимыми. Это... То есть такими положениями, которые политически являются вредными и идеологически ошибочными. И я думаю, что все члены партии признают, что это несовместимо с членством партии. То есть те люди, которые впали вот в этот ревизионизм, должны от него отказаться и продолжить плодотворную работу. А те люди, которые от него не откажутся, они продолжат работу за пределами партии. Другого тут варианта не может быть. И партия должна освобождаться от тех людей, которые упорствуют в своем. Каждый может сделать ошибку. Каждый может даже в ревизионизм впасть. Из этого не следует, что каждый, кто впал в ревизионизм, сразу надо исключать. Нет, надо дать им возможность, так сказать, от этого освободиться, переждать, помолчать. Иногда нужно помолчать, посидеть, а не повторять одно и то же, то, что враждебно партии. Но если человек на этом настаивает, то есть это для него не ошибка, а линия, то несовместимая линия, несовместимая с линией партии, с программой партии, понятно, что человек сам себя ставит вне партии и остается решить организационный вопрос. Так, по существу, поставили сами те люди, которые на этом стоят. Их немного. Гораздо больше плакальщиков, гораздо больше примиренцев, которые, как говорится, держат за руки левых, не дают им развить правых. Вот примиренцы, про них Сталин особо говорил, что это, вот, можно сказать, это люди, которые тянут ту же самую линию, но не впрямую. Дескать, есть у них говорящие головы, а эти говорят, ну, это хорошие люди, не трогайте их, вот, они молодцы, они хорошо все это рассуждают, все думают и так далее. На самом деле они поддерживают эти негативные тенденции, это те же самые, по существу, сторонники этой линии, но скрытые. Поэтому Сталин, вот, когда разбирался вопрос о правом уклоне в ОКПБ, он говорил о том, что нужно бороться а. с правым уклоном и б. обязательно с примиренчеством к нему. Потому что если вы с примиренчеством не будете бороться, то вот этот правый уклон не побороть. И примиренцев сразу выскочило довольно много. Это, конечно, говорит о том, что вопрос этот непростой. И что и дела нам поправлять нужно в партии, потому что есть примиренцы к враждебным партии идейным течениям. Ну и есть еще третья группа, когда люди видят, что и затронуты их, возможно, хорошие товарищи, и они сами хорошие товарищи этих хороших товарищей, они стоят не на позиции принципиальной. То есть вот есть принципиальный партийный вопрос, его надо решить в соответствии с программой и уставом. Они решают по принципу, раз он мой приятель, буду его защищать до последней капли своей крови. И вот такие примиренцы у нас тоже в партии есть, они образовались.
Вот. Такие люди, которые тогда устраивают стычки со всеми, кто выступает против ревизионизма. Вот эти всякие мелкие стычки устраивают покрупнее, ставят вопросы, поднимают проблемы и так далее. Это называется некий шум, затеять всякую склоку, чтобы не решить принципиальный вопрос. Поэтому вот эти вот люди, которые склоку затеивают, они или затеяли эту вот игру, это люди, которые мешают партии освободиться от чуждых партий идейных течений. Или, если на них настаивают, на этих позициях, то и от тех, кто на этом настаивает. Поэтому, значит, природа вот этих людей, которые все обостряют, уже по каким-то мелким вопросам доводится до небес, поднимается куда угодно. Я от лица идеологической комиссии сразу хочу сказать, пока мы не рассмотрим коренной вопрос, никакие другие вопросы вообще решать не будем. Какие бы заявления, куда бы ни поступали. Потому что этот приемчик нам известен. Вот закончим дело, потом к следующему перейдем. У нас ничего не горит. У нас все спокойно. Все эти вопросы будем разбирать в порядке поступления. А не так, что свалим все в кучу, чтобы никто ничего не разобрал. Это так не получится. Вот, собственно, то, что я хотел сказать и обратить внимание всех товарищей и, прежде всего, членов Рабочей партии России, что, конечно, без диалектики, без изучения противоречий развития социализма, такие вопросы, которые связаны с историей социализма, с историей революции и с тем, что у нас происходило, не решишь. А без решения этих вопросов нельзя правильно построить и тактику на будущее. Потому что на будущее надо построить тактику, основанную на истинной теории. И вопрос об истине должен быть главным вопросом, а не о том, кто мне приятель. Платон мне друг, а истина дороже. Спасибо за внимание.